верю в Бога. Но нормально отношусь к тем, кто не верит в Бога. Я жил с девушкой, она атеистка. Да. Обычно девушки во время секса кричат: «О, Боже!» Она кричала: «Бога нет!» Вот так вот я понял, что она атеистка. Прям: «Бога нет!» Прям орала. И однажды она перешла, мне кажется, ну, все границы. Я ношу крестик. Она смотрит на мой крестик и говорит: «Глупо верить в то, чему нет никаких доказательств». Я смотрю на нее и говорю: «Ну, ты же веришь, что я люблю тебя?» Блять, вам смешно, она заплакала, чтобы вы поняли. Она не поняла, что это шутка, и она заплакала. И я такой думаю: блять, да надо ее утешить как-то, сказать, я пошутил. И я в последний момент остановлюсь, потому что я понимаю, если ты довел атеистку до слез, ну, там наверху это точно зачтется. Ну, точно. Мне даже какая-то мысль внутри такая: плюнь в нее. Плюнь. Сикни, нет.